детской стоматологической поликлинике прошли тренировки по антитеррористической защищенности. По легенде учений, пациент обнаружил в учреждении подозрительный предмет и сообщил о находке охране. Началась эвакуация работников и посетителей клиники. На место приехали экстренные оперативные службы, здание оцепили. Предполагаемое взрывное устройство обезвредили. Мероприятие прошло на должном уровне, соответственно, сработали оперативно. Действия, считаю, сотрудников персонала грамотными и соответствующими в реалии. Тренировки по антитеррористической защищенности проходят на территории Химок регулярно. Слаженность действий в учениях отрабатывают полицейские, спасатели МЧС и Химспаса.